Решить конфликты в семье на начальном этапе и не допустить, чтобы ребенок попал в детский дом. В регионе действует проект «Защитники детства». Как специалисты ищут подход к детям и родителям, выясняла Юлия Алиханова. «Защитники детства» – проект, над которым работают сотни сотрудников из соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Задача – научить их слышать друг друга и своих подопечных. Если для семьи созданы в районе условия, если есть хорошая, квалифицированная, профессиональная помощь специалистов, то многие семьи не доходят до той точки, когда уже мы пришли к точке невозврата. Проекту 3 года. В качестве пилотных площадок выступили 3 муниципальных района – Татарский, Венгеровский и Куйбышевский. Сегодня защитники детства расширяют границы. Число площадок увеличивается. Мы должны ребенка, у которого проблемы, вывести на динамику изменения той проблематики, которая у него есть. Динамику. Не просто мы провели беседу, ребенок с нами согласился, он был плохой, сейчас станет хорошим. Нам не хватает понимания проблем современной молодежи. Именно понимание проблем. Почему у них проблемы? Почему они такие? Специалисты по профилактике семейного неблагополучия ежегодно встречаются и обмениваются опытом. Благодаря проекту «Защитники детства» в районах на 20% снизилось количество детей в интернатах и на 10% уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении. Юлия Алиханова, Евгений Агеев, новости ОТС. Спасибо.